Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 441 упражнение. Прочитаем задание. Составьте предложение с данными словами и словосочетаниями. По расписанию урок русского языка у нас сегодня первый. Учительница раздала тетради. Дежурный стер с доски, мы раскрыли тетради и начали работать. Сначала мы занимались исправлением ошибок, а потом надо было вспомнить и рассказать правила о правописании приставок. Мы рассмотрели таблицу и воспользовались правилом о написании приставок на ЗС. Мы писали разборчиво. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.